Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня, можно сказать, я начинаю новую рубрику, ребята. Рубрика эта будет, можно сказать, называться немного... Я не знаю, как она будет называться. Можно сказать, это просто строительство каких-то красивых домов, но. Суть в том, ребята, по поводу Пиксельмона, так как я... сказал, что по Пиксельмону, когда вот те дома, да, вы строили, покецентры, вот всякие эти постройки, ребят, у меня нет много времени. Но вот сейчас я так думаю, что можно вот этим заняться. И я думаю, что вот так намного будет лучше, как я сейчас думаю делать. Ребят, эта рубрика будет просто-напросто строить отличные дома, как бы начинающие дома, как бы, которые не требуют много ресурсов, какие-то дома в стиле модерн или еще какие-то там, ну, короче, всякие постройки, да. Но, ребята, главная суть в том, что вы тоже в этом можете участвовать. Это, можно сказать, продолжение вот тех построек Пиксельмона, ребята. Вот сейчас на экране вы видите сверху, ну, ссылочку на тему ВКонтакте, ребята. Если вы знаете строить отличные дома, если вы знаете строить какие-то любые постройки, но чтобы они были очень красивые, стройте, ребята. Стройте, отправляйте ВКонтакте, заливайте, кидайте скриншоты в группу там же, где Пиксельмона ваши постройки. И просто-напросто, ребята, оставляйте свои ссылки в теме ВКонтакте, которую вы сейчас видите. Или пишите мне в ЛС ВКонтакте, ребята. Если вы действительно отлично построили, если ваша постройка просто замечательная, ребята, я ее выберу, я вас приглашу в серию, вы со мной побудете в этой серии, вы построите постройку прямо на глазах, я вам тоже помогу. И если постройка действительно будет отличная, я потом ее, может, еще и перенесу даже, ну, на карту Пиксельмона. Поэтому, ребята, если хотите, можете строить. А я тоже думаю, что буду строить свои постройки, которые можно найти, которые я, может, где-то видел, которые какие-то здания, где я видел, которые мне нравятся, будем их тоже, можно сказать, строить. Да, ребята, может, если вам понравится, но может, если потом вам... тоже захочется построить какие-то постройки, какие-то новые идеи, ну, или может какие-то новые идеи зданий построить, тоже может вам хочется, то если вы можете, то можете потом отворить вот эти постройки, которые мы сейчас, можно сказать, будем с вами строить. Ребят, это, можно сказать, начинающий домик, который не требует много ресурсов, можно сказать, как бы... Начинающий домик, который состоит только с коблстона, с вот этой древесины, потом вот черного дерева древесины и, можно сказать, вот только с этих двух видов древесины. И потом уже, можно сказать, просто-напросто идет декор, да. Поэтому, ребята, начинаем мы строить вот этот дом. Если бы я вспомнил полностью, как он строится, то я уже, если честно, даже немного забыл. Вроде как-то вот сейчас. Тут у нас как-то вот так будет. Ладно, посмотрим. Так, ребята, сверху вот он так выглядит сейчас. Давайте еще вот тут поставим. Вот так. Сверху вот он так выглядит. Тут у нас ставим вот этот блок. Древесины отступаем 3 блока, ставим еще один. Тут тоже отступаем 3 блока и ставим еще один. И вот такой у нас квадратик получается. Потом отступаем один блок, ставим еще один. И тут противоположно тоже еще один. И посередине коблстон. Потом тут же отступаем тоже 3 блока, ставим коблстон. И тут тоже 3 блока, ставим коблстон. Но вот тут не так, как бы тут ставим один блок, отступаем и ставим вот так. Да. Сейчас, ребята, возьмем вот эту древесину и вот это... Вот так сюда заполняем пол, можно сказать. Так, это у нас уже ночь надвигается. Ребята, играю я шейдерами, чтобы было красивее. Это уже у нас... Ух, извиняюсь. Это уже у нас ночь, да? Таймсет поставим на 1. Отлично. Так. Сейчас домик. Сейчас, как я вспомню, вот он сейчас вот так ставим. И нам нужно, ребята... Нам нужно вот это. Ставим вот так мы ступенечки, да. Тут,
Тут, ребята, я не помню. Сейчас мы и на ходу будем и вспоминать, и строить. Тут берем темную древесину, ступеньки и полублок. Нам нужен полублок вот этой древесинки. Да, ставим ее вот сюда. И... Нет, вот тут это убираем, ребята. И ставим вот сюда. Вот так, ребята, вот так. Это мы поменяли. Вот, ой. Вот тут. Тут мы не ставим вот тут, а ставим вот тут. Так, отлично. Сейчас, ребята, вот ставим мы вот так. Вот эту, вот эти ступеньки. Тут наоборот. И вот тут. Так, чтобы был вот тут у нас такой небольшой подъемчик, а тут как бы можно было вот так зайти. Сейчас. Вот так. Отлично. Тут у нас ставим, ребята. Поднимаем. Тут у нас должно быть 3 блока. Тут у нас должно быть 4 блока. Вот так. Тут 3, тут 4. 1, 2, 3, 4. Так. Тут тоже 4. Тут тоже везде. Вот тут поднимаем по 4. Вот так, отлично. Сейчас, ребята, тут у нас ставим стеночку. Вот так. Тут тоже стеночку. Вот так. Нет, тут у нас ставим. Так, и вот так. Тут тоже стенку. Но тут мы оставим проход. Тут у нас будет двери. Такие небольшой такой... как это можно сказать, выход наружу, да. Тут ставим вот древесину, чтобы было вот так. Тут, ребята, ставим вот так. Так, 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 так. Вот это лишнее, действительно, вот это, этот ряд убираем. Вот так вот, отлично. Ну, в принципе, можете продлить, если вам больше так нравится. Тут ставим вот так. Тут продлева... Нет. Вот тут делаем противоположно вот этому. То есть на один блок выше, чем вот тут должно быть. Вот так. Тут у нас, как я знаю... Сейчас. Тут у нас вот так. Так, такая ступенечка должна быть. Вот так. Сейчас, ребята, ставим вот так. Так. Тут у нас вроде везде уже есть... Нет, вот тут еще не хватает. Тут тоже вот так и вот так. Ну, в принципе, вот так у нас уже получается, ребята. Сейчас. Полублоки. Тут делаем такое. Навес. Ну, как бы навес, да, можно и так сказать. Вот. Берем. Берем заборчик, ребятка. Заборчик ставим вот сюда. Я думаю, я все правильно делаю. Я на это надеюсь. Сейчас, ребята, что нам нужно? Сейчас мы берем ступенечки и вот тут заменяем вот так. Вроде. Да. Ладно. Тут у нас ставим вот так еще один ряд. Я думаю, ребята, я все, можно сказать... не очень быстро делаю, чтобы вам тоже было понятно. Тут у нас вот ставим вот сюда. Тут у нас вот обычно так поднимаем. Вот так. И тут продлеваем вот, вот так. Ой, сейчас. Так, это... Ой, вот так, 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 так. Отлично. Тут тоже вот так продлеваем. Чтобы вот такое так у нас получается. Тут тоже вот так и вот так. Тут берем вот этот блок... древесины вот этой, только темной. Это вот сюда вот так ставим. Отлично. Сейчас, ребята, ставим ступеньки вот сюда и сюда. И вот так просто-напросто идем, идем, идем. Обычные ступеньки, можно сказать, делаем вот крышу, да. Так, тут у нас можно сделать вот так. Тут, там давайте вот так, нет. Вот так, чтобы было красиво. Тут у нас, вот тут я не знаю, тут можно или пускай вот так будет, или... Пускай вот так будет, да.
Сейчас, ребята, нужно делать ступеньки с этой стороны. Ну, крышу с этой стороны. Делаем мы обычно вот так. Так же, как и с той стороны. Вот тут мы вот это так затягиваем. Ну, как бы, вот это мы оставляем. Тут у нас будет сплошная крыша. Я не знаю, почему так. Ну, пускай она будет вот так. Я не знаю. Может, это и красиво выглядит. Может, кому-то нет. Вот такая у нас, можно сказать, с крышей идет. Вот так. Тут давайте, может, какое-то окошко сделаем. А, нет, вот еще тут крышу забыли. Вот тут, 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 тут. Ребята, может с вас даже кто-то спросит, почему я все-таки решился строить вот эти дома? Почему, почему вообще я решился на это строить дома? Ребята, просто хочется и какой-то новый жанр. Тут сделаем окошко, ребята, вот такое. Плюс к тому, ребята, что хочется какой-то новый жанр, действительно. Но, ребята, еще плюс к тому, что это как бы идет для пиксельмона, да, что и как бы ваши постройки, да, можно и так сказать, чтобы вы показывали, вы могли как бы показывать свои постройки. И чтобы, в принципе, они и были, да, постройки. И плюс к тому, ребята, просто я тоже люблю строить. Я надеюсь, вы тоже любите, многие, кто любит, мне кажется. Но, как бы, плюс к тому, что мне это действительно очень нравится строить, ребята. Вот, кстати, какой у нас уже домик получается красивый. Ну, мне так кажется. Тут мы ставим полублоки, вот так. Ребята, я тоже думаю, многие нравится кому строить, да. И, в принципе, это интересно, да. И, можно сказать, делимся своими идеями строительства. Можно и так сказать. И плюс к тому, ребята, если кому-то нужна потом будет какая-то новая, захочет построить какой-то новый домик, да, то как бы тоже у него будет возможность построить новый дом, который, ну, как бы, какой-то другой, да, стиль, тоже узнать про какой-то другой стиль строения домов, можно и так сказать, да. Так, сейчас давайте вот это вот тут поставим. И, в принципе, вот снаружи у нас уже, можно сказать, более-менее дом готов. Давайте еще вот тут. Так, давайте день, чтобы был. Тут у нас так ставим. Так, не-не-не-не-не. Как у нас? Хотя нет, вот как раз давайте вот сюда поставим. Тут у нас тоже как бы идет такой небольшой выход. Наружу, можно и так сказать. Делаем мы вот так, вот до этого. Как бы. Тут у нас вот сейчас, тут у нас вот так и вот так. Отлично. Тут у нас делаем заборчик. Отлично. Тут, я думаю, можно какой-то, может, навес тоже сделать. Как на той стороне. Кто-то может хочет, кто-то нет, но мне кажется, что так тоже отлично смотрится. Так, и вот тут ставим вот так. И вот, ай. И вот так, отлично. Вот такой домик у нас снаружи получился, ребята, в принципе. Сейчас давайте поставим окна, двери. Так, да, вот это сюда и двери. Ну, давайте сначала окна поставим. Окна, окна. Вот сюда, тут у нас тоже такое, ай, окошко, можно сказать. Тут у нас тоже. Да, давайте, может, еще тут сделаем. Сейчас. Давайте вот мы так как-то попробуем. Вот так. И вот тут, чтобы было такое окошко тоже. Отлично. И вот тут, да. И извиняюсь. Тут двери. Тут тоже. И, в принципе, вот так. Отлично. Сейчас, ребята. В принципе, уже такой неплохой домик получается. Внутри, ребята, я не знаю. Вот внутри вы можете просто по своему вкусу, как вы хотите, в принципе. Я поставлю так, как... Я придумал, и, в принципе, так, как может быть, как бы, да. Тут я не знаю. Тут может стенку даже вот так как-то убрать.
Пускай вот так будет. Или хотя нет, не будем этому убирать стенку. Да пофиг, не будем ставить двое вот этих кровати. Зачем? Пускай будет одна. Так, сюда мы поставим кровать, как раз такой уголочек, да, уютненький, можно и так сказать. Давайте вот тут мы вот так поставим. Отлично, тут окно у нас. Ага. Вот, тут у нас будет кроватка. Как-то вот. Сейчас. Давайте. Кроватка. Вот. Ой. Нет. Вот так. Ставим мы кроватку, ребята. Че она так не ставится? Вот, отлично. Вот тут вот так. И давайте сюда поставим сундуки. Это, как бы можно сказать, начальный домик, да, чтобы было более-менее так место. А, твою ж. Чтобы было более-менее так место, да? Ну, то, что... Вот, отлично. Вот так сундучок. И вот тут вот так, чтобы можно и в сундук было зайти, и поспать. Но мне кажется, прикольно так. Так, сюда давайте, может, какой-то уютненький такой уголочек сделаем. Я говорю, ребята, это как бы стандартный домик, начальный, можно и так сказать. Чтобы и много места не занимало, и уютно было. Но как бы декор внутри вы можете как бы сами, да, сами. Это просто, можно сказать, декор не для шахтерства, не для где много сундуков, где много вещей, которые можно просто-напросто ну, положить везде как бы много вещей, и тут просто жить, и будет много всяких, ну, много места для вещей, да. Это как бы дизайн, можно и так сказать, чтобы уютненько было. Сейчас давайте вот сюда поставим. Так, сюда поставим вот так, и сюда, как всегда забываю, как называется вот та штука. Вот. Отлично. Давайте вот так поставим. Поставим вот сюда водичку. И сюда поставим краник. То есть умывальник, можно и так сказать. Сюда, я не знаю, что сюда можно поставить. Пускай оно будет вот так. Давайте, может, сюда. Может, сюда поставим. Что бы сюда можно поставить, ребята? Давайте сделаем как бы пол, ну, я не знаю, как это можно назвать. Да, открывается, и вот так. То есть, можно сказать, получился у нас такие тумбочки, да? Сейчас, ребята, ну, я говорю, тут уже по вашему усмотрению, что вы хотите поставить. Вот давайте немного интерьер. Вот так поставим. И пускай, в принципе, вот так будет. Больше я ничего не буду добавлять. Вот такой уютненький домик у нас получился. Сейчас давайте выйдем наружу. Опять уже ночь, как я понял, почти. Давайте вот сейчас немного... Сейчас немного вот тут разукрасим снаружи. Вот так у нас будет. Ай, сейчас. Так, и еще давайте вот, ай, вот сюда продлим вот так. Хотя до конца, да, можно все-таки до конца. Вот так, отлично. И сейчас сделаем вот так. Как бы много ресурсов все-таки и так не требуется, ребята. Такой домик простенький, можно сказать. Поэтому я думаю, даже если вот так в Майн недолго играть, то
только древесина и, можно сказать, только древесина нужна тут. В принципе, вот такой уютненький домик, ребята. Может, еще что-то сделаем? Давайте. Давайте, ребятки, давайте. Сделаем вот тут такую небольшую лавочку. Нет. Как бы это сделать? Или может... Или может вот сейчас? Сейчас мы что-то придумаем. Давайте. Как бы и крыша идет, и лавочка будет. Отлично. Так, вот тут давайте сейчас. Что там мы... Нет. Так, сейчас. Сюда мы все-таки... сейчас. Вот так. Так, отлично. Что-то мы сейчас придумаем, ребята, какой-то... Ну, то, что придумано, сейчас как интерьер, как не интерьер, а снаружи, да, чтобы было нормально. Два, вот отступаем, опять два и опять два, вот так, отлично. Тут можно, тут можно, тут можно. Отлично. Я не знаю, что, может какие-то, может тут сейчас мы что-то придумаем, ребята. И то, что придумаю, я, в принципе, уже более-менее... хотя фиг его знает. Может тут лампы сделать, как бы... Как это называется? Фонари, да? Или может просто такой небольшой... Сейчас. Это. И давайте, может, глоустона немного. Сейчас, сейчас вот тут тоже вот так. И сейчас вот что еще забыл. Нет. Тут у нас, хотя да, можно воду. Я думаю, что не знаю, воду или нет. Так, сейчас. Такой, не знаю, уютненький тоже уголочек такой будет возле воды. Ну, как бы это не бассейн, а я не знаю, как это можно назвать, что это такое. И вот так. Сейчас мы возьмем вот это. Версия, в принципе, 1.7.2 вроде. Потому что как бы уже тут видно, что не такие, может, немного текстуры, как в обычной, ну, как бы в версии 1.6 или еще какой-то. Я думаю, уже заметно, в принципе, немного. Такой небольшой уголочек мы сделали. Сейчас, давайте еще вот тут, может, мостик какой-то, чтобы можно было, в принципе, тут проходить. Вот так вот. Отлично. И вот что может еще... Сделаем какую-то дорожку. Сейчас. Какую-то сейчас мы сделаем такую дорожечку, ребята. И, в принципе, я думаю, что уже почти что дом законченный. И вот что я хочу сказать, ребята. Если, в принципе, вам нравится вот эта рубрика «Строить дома, узнавать новые стили», я потом думаю, можно даже делать какие-то дома по стилям, там, греческий или итальянский, или в каком-то своем стиле, да, там, дом в стиле модерн или еще что-то такое. Если вам, в принципе, нравится вот это, ребята, то я думаю, можно сделать вот эту рубрику. И, ребята, еще раз повторюсь, это, можно сказать, сделано для того, чтобы вы могли отсылать свои работы, если вы, в принципе, имеете желание
Еще раз говорю, сверху есть ссылочка в группу ВКонтакте, где вы можете в теме оставлять, то есть в тему, где вы можете оставлять свои дома, если вы знаете отлично строить, да. Можете, в принципе, строить. Я говорю, ребята, если вы отлично строите, если вы знаете строить, отсылайте свои работы, дома, если вам есть время что-то построить. Если вы действительно знаете отлично строить, если вы действительно, ребят, действительно знаете что-то отлично строить, то отправляйте свои работы, пишите мне в ЛС, отправляйте в группу ВКонтакте, в альбом свои скрины, заливайте свои карты. Если вы знаете отлично строить, ребята, я посмотрю, что вы построили, или вы можете быть даже приглашены как бы на одну серию, снять что-то, построить свой дом, который вы, в принципе, ребята, построили, показать, как вы строили этот дом, что там нужно делать. И, в принципе, ребята, действительно, это можно, я думаю, это можно сделать, если действительно знаете отлично строить, то это действительно можно сделать, показать людям, как вы это все строили, что вы там делали. И, в принципе, я говорю, потом даже можно вот эти работы поставить там в карту Пиксельмона или еще куда-то. Ну, я думаю, да, можно поставить на карту Пиксельмона, если вы действительно знаете отлично строить. И, в принципе, ребята, вот такой у нас домик получился. Я думаю, прикольненький такой стартовый домик, да, как бы ничего лишнего. Ну, вот это может немного лишнее, но как бы это такой уголочек для отдыха, можно и так сказать. Домик вот такой у нас получился. Интерьер, в принципе, вокруг такой отличный. Я вот, кстати, еще вот тут немного забыл. Вот тут сейчас тоже можно поставить что-то вот. Типа такого. Ну, как бы, фиг его знает. Тоже вышел, да? Посидел. Почитал, может, что-то. Вот. Ай. Да чё ты? Вот так, отлично, ребята. В принципе, вот такой у нас домик получился. Вот такой. Я думаю, в принципе, отличный домик получился, ребята. Ссылку на скачивание не будет пока что. Я думаю, потом, если вам, в принципе, понравится эта рубрика, то можно будет потом даже выкладывать вот эти все свои постройки. Вот такой домик получился, ребята. Уютненький, хороший, начальный стартовик, можно сказать. Ничего лишнего нету. Поэтому, в принципе, ребята, ставьте лайк, если вам нравится вот эта рубрика. Отправляйте свои работы, если вы знаете отлично строить. Ссылка еще расскажу, какая. Ну, в принципе, вы можете найти в группе ВКонтакте особый альбом. Ну, как бы альбом с работами, да. В принципе, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.